Был день медика. Вот заказ в KFC, который я сделал. Но самое смешное, это то, какой чек мне выдали. Вот номер заказа. Вот сумма, ну и как бы перечень этого же заказа. А вот это довесок к чеку. Ну тут еще какой-то маленький чек. Вот это вообще жесть. Ну тут, в общем, пишет учредитель, бла-бла-бла. Продукцию рекомендуется употреблять в пищу сразу после получения. Продукция, в состав которой соответствует, отсутствует кунжут, может содержать следы кунжута. Дополнительная информация о ингредиентах, указанных в приложении 1 в меню в ресторане. Ну и погнали. Среднее значение в 100 граммах продукта, получение расчетным путем, блюд. Ну, короче, бла-бла-бла. Тут даже пищевая энергетическая ценность. Баскет картофель фри. Ну, то есть за каждый пункт, который я выбрал, ну вот, допустим, барбекю соус, терияки соус, ну и погнали. Состав, добавки, соль, соус на основе, ну, короче, вот это вот все, это описание, чтобы вы понимали. Далее, что тут у нас идет? Шеф-бургер Junior SB. Ну, стрипсы из куриного филе, острые, стрипс, филе, цыпленка. Это как бы нормально. Масло растительное. Дальше пошли ароматизаторы пищевые. Пряная, острая паприка. В общем, короче, вот это шеф-бургер. Это шеф-бургер Junior. Оригинальный. Короче, на все, на весь состав, на все меню, которое я сделал, заказ. Вот такое вот полотенце. А представьте, если бы нас было там человек, я не знаю, 10. У них бы, наверное, не хватило ленты кассовой. В общем, как-то так погуляли. Было весело. Было вкусно. Но это полотенце порадовало больше всего. Теперь эту макулатуру можно сдать. Получить, как раньше, в совковые времена, хорошую книжку. Типа там Дюма сын, Дюма отец. Или что-то из школьной литературы. В общем, как-то так. Всем пока.